Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Давайте выполним упражнение. Под номером 18 на странице 34 рабочей тетради по математике для 2 класса автора Маро. В этом упражнении мы будем решать круговые примеры. 13 минус 3 равно 10. Значит, следующий пример у нас должен начинаться с числа 10. А это пример 10 плюс 8 равно 18. Следующий пример начинается с числа 18. 18 минус 18 равно 0. Следующий пример начинается с числа 0. 0 плюс 7 равно 7. Следующий пример у нас будет, следовательно, 7 плюс 8 равно 15. Затем 15 минус 10 равно 5. 5 плюс 4 равно 9. 9 плюс 4 равно 13. И 13 минус 3 равно 10. Этот пример мы уже решили и вернулись по кругу к нему назад. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.